А в городском суде Санкт-Петербурга свой приговор услышал виновник жестокой резни в Красном селе. В колонии строгого режима. Азиз Абдуллаев проведет 23 года за двойное убийство, которое лишь стараниями медиков не стало тройным. О страшной бойне в небольшой квартире на улице Суворова в Красном селе, которая случилась в ночь на 1 декабря 2021 года, Абдуллаев подробно рассказывал после задержания. Оказалось, что с двумя потерпевшими у него был общий интерес – наркотики. К ним в квартиру и пришел в состояние наркотического угара, когда ему причудилось, что приятели убили его близких. Разбираться, было ли убийство или нет, мужчина не стал. Он просто начал бить ножом всех, кто попадался под руку. В момент преступления в квартире находились 50-летняя хозяйка, ее сын и друг последнего. Покажите, пожалуйста, на линейке, куда конкретно вы нанесли его. Вот, вот так вот. Сколько было ударов? Один. Установлено, что подсудимый нанес потерпевшему 6 ударов ножом в область расположения жизненно важных органов, а также одно ножевое ранение в шею потерпевшей, хозяйки квартиры, после чего напал на сына женщины. От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте. Сыну потерпевшей своевременно оказана медицинская помощь. А после расправы Абдуллаев выпрыгнул в окно квартиры, которая находится на первом этаже, и убежал. Уже к вечеру его задержали. Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник требовал для душегуба 24 года лишения свободы. Суд учел, что подсудимый полностью признал вину и попросил прощения у родственников своих жертв, поэтому дал на год меньше.